самим даже ажкю, кудлаулары барады. Мен айтам бір уақытыда, менің екі фанатым, бірсі Татарстан, бірсі Башқұртстан. Башқұртстанның баған әрке өкілейді, Азан Ғафуров. Ана, нешек шақырмысын сәкелі. Шолай, юбилей бар, Башқұртстан. Добрый вечер. Разрешите от имени полномочного представителя Республики Башкортостан при президенте Российской Федерации присутствующих всех поздравить с сегодняшним концертом праздником Назифа Харисовна. Это патриот нашей страны, патриот нашей Родины. И это исключительный ответственность человека, который делает очень много для нашей страны, для дружбы международной. Она передает всему миру, рассказывает всему миру о нашей стране, о новостях Республики Татарстан, Республики Башкортостан. И спасибо вам большое за эту работу. Это очень дорого стоит. И вы знаете, я еще хотел сказать о том, что наше время, к сожалению, это время очень много профессионализма. Так вот, Назифа Харисовна, профессионал с большой буквы. Большое удовольствие с вами сотрудничать. Спасибо вам за это. Я вручаю вам благодарность. Кстати, рядом с улицей Мусаршавили появилась улица Мустай Карима. Месяц назад Аэрофлот назвал самолет имени Мустай Карима. И прилетела большая делегация, где была Назифа Харисовна, где на здании Ташкентского государственного университета была установлена мемориальная доска в память о Мустай Карима. И в 2019 году Республика Башкортостан, Российская Федерация будет широко отмечать столетие Мустая Карима. И я хотел бы сказать о том, что Назифа Харисовна активный участник всего этого процесса. Желаю вам удачи. Спасибо еще раз.